Спецдорпроект под руководством ЦОДД производит регламентные работы на самом большом объекте в Европе, в Тверской заставе. Благодаря сотрудникам ЦОДА, которые оказывают нам помощь в регулировке объекта на момент проведения регламентных работ, которые включают в себя чистку, приборку в контроллере, протяжку контактов, проверку соединений, мойку плат, если есть необходимость, замену фильтров в вентиляции шкафа ДК. Спецдорпроект не только внедряет инновационные технологии, но и тщательно следит за работоспособностью своего оборудования, что обеспечивает безопасность на дорогах.